Давайте договоримся, что большинство населения нашей планеты всегда чем-то недовольно. Вот если бы люди решали свои недовольки, как китайцы, все было бы ничего. Ну, плюнули тебе в рожу, утрись и плюнь в ответ хоть два раза. Но, по крайней мере, на прошлой неделе человечество игнорировало китайскую проверенную методику. Бодро начали мексиканцы, потребовав отставки президента. Прямо так и написали на плакате. Вы уволены. Ты уволен! Уволен. Уволен. Эх, Троцкого на вас нет, дорогие мексиканцы. Сожжение Корана на прошлой неделе эхом отозвалось протестами в Стамбуле и Джакарте. Осло отреагировало запретом на анонсированную акцию «Кораносожжение» на своей территории. До Стокгольма дошло, наконец, что к чему, потому что Эрдоган весьма ясно высказался насчет ратификации документов о вступлении Швеции в НАТО и ушей от мертвого осла. А заодно Финляндия проявила солидарность с соседом, заявив, что в одиночку в альянс не вступит. Президенты Бразилии и Аргентины выступили как в синхронном плавании, не захотев раздувать мировой пожар. Даже на злобу всем буржуям они отказали Шольцу гнать оружие на Украину. А в остальном, дорогие господа и товарищи, все было как в лучших домах Лондона и Парижа. Точнее, как на лучших улицах этих столиц, ибо именно Лондон и Париж стали средоточием протестов в начале недели. Англичане всем своим уровнем жизни начинают ощущать последствия прыжка в неизвестность под названием Brexit и устраивают самую мощную за последние 10 лет стачку. 500 тысяч демонстрантов вышли на улицы Лондона с требованием повышения зарплат. Для французов же демонстрации давно стали чем-то вроде олимпийского вида спорта. Главное не победа, главное участие. Когда тепло, они на роликах так нормально протестуют. Но зимой в ходу другие виды спорта. В метании различных предметов в полицейских поучаствовало около 500 000 человек. Да, а чё хотели-то? Опять требовали не повышать пенсионный возраст. Вот чего мы точно не узнаем, так это против чего протестовал председатель Си, когда перестал красить волосы. А ведь перестал. Если Си не был согласен с политическими взглядами своего парикмахера, то мне искренне жаль товарища парикмахера. Германия. В Нюрнберге демонстранты подставили под сомнение суверенность своей страны. У них еще есть сомнения. А в Хемице и Ахене робко возражали против поставок леопардов на Украину. И получили ответку из Канады. Протестуя против протестов против поставок танков, Оттава направила первый «Леопард-2» на Украину. Будем следить за его послужным списком. А вот этому не надо даже повышения зарплаты. Ему надо доказать всему миру, что Иисус был трансгендером. Ух ты! Брюссель отметился акцией медперсонала. Вот они как раз жалуются на низкие зарплаты и плохие условия труда. Не согласившись с состоянием своей одежды, молодежь города Ровно берет штурмом магазин секонд-хенда. Миланцам, как и некоторым немцам, не хочется помогать Украине. Получилось так себе, на троечку, хотя спели почти как в опере. А вот турецкие коммунисты молодцы, не испугались самого Буша, даже в виде авианосца, который зашел в порт Пирей. В Сербии демонстрация прошла прямо в парламенте в виде драки с оппозицией. Этакая демократия в квадрате. В Таиланде в знак несогласия с законами всемирного тяготения 150 парашютистов сиганули с 420-метровой вышки. Их протест не был услышан, и все 150 благополучно приземлились. Тель-Авив берет пример с Парижа. Вот уже в который раз израильтяне выходят на улицы против судебной реформы.
Экоактивисты в Амстердаме уселись на рельсах, заблокировав товарняк с углем. Чем при этом топить и обогревать дома, они не рассказали. Перуанцы, похоже, дозревают, чтобы стать частью Новороссии. «Нам нужна помощь России и Китая», заявили участники демонстрации против коррумпированного президента. Все-таки у них получилось. По приказу президента Байдена супер-дупер F-22 стрельнул и сбил-таки улетающий вдаль пепелац, китайский, то ли шпионский, то ли не шпионский зонд. В знак протеста китайцы ответили массовым запуском тысяч новых шариков. Впрочем, этот протест пришелся на 15-й день Нового года, когда жители Поднебесной издревле отмечают праздник фонарей. Может, это совпадение?